Доброго вечора, шановна громада, доброго вечора, шановні гості, експерти, всі, хто приєднався до нас сьогодні у студії. Я сподіваюся, що коли ми кажемо про те, що до нас приєдналося, то ми маємо на увазі принаймні весь Миколаїв, а якщо так буде зовсім чесними, то взагалі усю Миколаївську область. Адже що справді дивитися кожного четверга о 19:30, як не програму «Контраргумент». Сьогодні ми, як завжди, обговорюємо важливі, актуальні і, що найголовніше, дуже актуальні саме для нас теми, тобто це не глобальна геополітика, це те, що стосується кожного з нас. І у студії люди, які відповідають не тільки за свої слова, а взагалі за те, що робиться ними та навколо них. Отже, сьогодні ми підводимо підсумки року, що минув. І я хочу сказати, що немає, напевно, якогось єдиного ставлення до того, що було. Сьогодні, коли ми оглядаємося назад, то навіть неможливо собі уявити, що практично вже рік тому відбувався і Майдан, і події навколо пам'ятника Леніну, потім навколо пам'ятника Ольшанцям вже у Миколаєві. Все це було в нашій історії, все це вже історія і наше вчорашнє минуле, воно дуже для нас гаряче, ми дуже активно пам'ятаємо, ми дуже добре пам'ятаємо все, що було, і навіть не віриться, що це було вже майже рік тому. Отже, сьогодні ми розмовляємо про те, що приніс нам минулий рік, про тих людей, які творили цей минулий рік, творили історію власноруч, і про те, чого ми чекаємо, і знову ж таки, з цими людьми також, від року наступного. Зараз слово моїй співведучій Марії Савіцькій, вона представить наших гостей, наших експертів, і ми розпочнемо. Так, доброго вечора, ми раді вітати вас у цій студії. Сьогодні ми вирішили відійти трохи від традиційного представлення гостей. Ми зробили на кожного з них невеличке досьє. Тож, почнемо. В'ячеслав Сімченко. В'ячеслав Сімченко – директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Акаунт у Фейсбуці стверджує, що народився пан В'ячеслав в листопаді 1970 року. Про шкільні роки в соціальних мережах він не згадує, а от професійні знання математики, яку він вивчав в Одеському національному університеті імені Мечникова, дозволили йому надалі вільно почуватися у світі цифр, рахунків, розумітися на причинно-наслідкових зв'язках. Втім, в 2014-му логіка і везіння В'ячеславу Сімченку зрадили. Він не зміг прорахувати наперед підступну ситуацію, яка склалася навколо його особистості під час виборів до Верховної Ради України. Центральна виборча комісія не взяла до уваги бажання миколаївців бачити Сімченка своїм повноважним представником у парламенті. Його навіть не зареєстрували кандидатом. Втім, це не позначилось на його посмішці, оптимізмі і бажанні допомагати – маленьким миколаївцям, інвалідам, військовим список можна продовжувати. І ми до того ж можемо бачити його частіше і в місті, і в нашій студії. Наступний наш гість – це Аркадій Дебагян. Будь ласка. У Фейсбуці, де ми здебільшого знаходимо особисту інформацію про наших гостей, Аркадій Дебагян розповів про себе не так вже й багато. Вивчав основи економіки тоді ще в Українському державному морському технічному університеті. Але ґрунтовно про всі її тонкощі, напевне, дізнавався, починаючи з 2004 року, коли став займатися підприємницькою діяльністю. Аркадій Дебагян – чоловік імпозантний і харизматичний. Він вміє справити враження і бути переконливим. Це важлива риса під час перемовин. А їх останнім часом доводиться проводити часто. Адже пан Аркадій – волонтер, координатор проєкту Всеукраїнського центру волонтерів «Народний проєкт». Танк відремонтувати, броню поставити, апгрейд БТР зробити – Аркадій Дебагян допоможе. Наступний гість – Олена Косенчук. Будь ласка. Олена Косенчук в соціальних мережах поводить себе абсолютно правильно. Жодної особистої інформації на сторінці в Фейсбуці немає, окрім того, що вона випускник Миколаївського державного університету імені Василя Сухомлинського. Втім, про пані Олену краще розкажуть її справи. Жінка – волонтер. В організацію «Родинна спільнота», яку Олена сьогодні представляє в нашій студії, об'єдналися звичайні миколаївські мами, які є активними користувачами миколаївського сайту «Мама.МК.UA». Організація провела багато акцій, мета яких – допомога військовим та їх родинам. Всі ініційовані родинною спільнотою заходи не залишились непоміченими миколаївцями. В доброму розумінні люди охоче йдуть на зустріч і надають допомогу.
Але найбільш резонансною стала акція в першій гімназії, коли шкільний ярмарок наробив розголосу на цілий світ і викликав неоднозначну реакцію як політиків, так і пересічних українців. І ще одного гостя ми хочемо представити – це Олександр Янсен. Фейсбук стверджує, що наш гість Олександр Янсен працює на інтернет-видання «Корабелів.Інфо». Олександр народився в травні 1969 року і по завершенні загальноосвітньої школи вступив до Миколаївського педагогічного інституту, де вивчав психологію. Весь світовий психологічний досвід виявився безсилим у прямому протистоянні Олександра Янсена та екс-нардепа Олега Царьова. Вони зійшлись у двобої на території Миколаївської лікарні швидкої допомоги. І до цього рингу протягом тривалого часу була прикута увага всієї країни. Миколаїв розділився на два табори – ті, хто був активно за те, що сепаратист Царьов отримав по пиці. Інші висловлювались, що це не інтелігентненько. Втім, єдині обидва табори були в тому, що Царьов отримав заслужено. Олександр Янсен одним з перших в нашому місті взяв участь в організації самооборони від можливих провокацій. Судячи з публікацій в ЗМІ, Олександр був всюди і одночасно. Сьогодні він у нас в студії. І як йому вдавалося тримати руку на пульсі завжди, бути в центрі подій, розкаже самостійно. Тож, ще раз вітаємо вас у нашій студії. Мабуть, варто вам дати слово привітати наших глядачів. Я думаю, що спочатку ми все ж таки представимо наших гостей, наших гостей ми представили, наших експертів, наших журналістів. До речі, ми все ближче наближаємося до столичних стандартів, адже бачите, там досить часто буває так, скажімо, у Савіка Шустера, що люди не встигають доїхати, бо пробки на вулицях трапилися. У нас також декілька журналістів ще не доїхали, проте сподіваємося, що вони долучаться до нас протягом передачі. А зараз, будь ласка, наші журналісти, експерти. Так, зараз будемо представляти експертів. Олександр Дудюк, сьогодні він в якості астролога у нас в студії. Вадим Попов – це начальник блокпосту села Капустяна Балка і помічник народного депутата України Тараса Кременя. Далі у нас Леонід Білоконь, керівник Центру дослідження громадської думки «Наваль-Експерт». Максим Невенчений, голова комітету «Народний контроль». І Федір Бондар, журналіст телеканалу «Миколаїв». З цього боку у нас Ігор Пух, блогер та публіцист, і Олександр Ухмановський, політолог. Ми вас також раді вітати у нашій студії. Я дуже радий тому, що нам вдалося зібрати, можна сказати, цвіт миколаївської громадськості. Адже саме громадськість зараз, саме громада і громадськість взяли на себе в значній мірі те, що взагалі має робити держава. Мені дуже запам'яталося, як казав мені чиновник досить високого рангу, що каже, я телефоную міністру оборони, кажу, мені треба чергову групу відправляти в АТО, а люди нема чим забезпечувати. Міністр оборони йому каже, то навіщо ти мені телефонуєш, адже у тебе є волонтери, звертайся до них. Так вже сталося, що справді волонтери у нас роблять практично все, що має робити держава. І тут, зрештою, немає, незважаючи на те, що програма називається «Контраргумент», все ж таки немає людей, які, ну так би мовити, знаходилися по різні боки барикад. Втім, кожен робить свої справи, кожен робить її так, як він вважає за необхідне, а цілком це виходить, зрештою, те, що ви забезпечуєте життя та життєдіяльність взагалі держави. В'ячеслав Сімченко, до речі, крім того, що він дуже багато робить, допомагаючи і армії, і не тільки армії, він взагалі є людиною унікальною. Тут ми ще хотіли побачити у цій студії Артема Ілюка, адже вони обидва явилися такими своєрідними сенсаціями минулого року, що минає. Отже, В'ячеслава Сімченка, який, так би мовити, з'явився, як кажуть, із ніоткуда, але просто дуже швидко став фаворитом останніх виборів. Не зареєстрували, як в останню мить, напевно, тому що побачили його популярність, не зареєстрували на 128-му виборчому окрузі, натомість зареєструвавши там і Чубаку, і Дарта Вейдера. А
виграв вибори на цьому окрузі Артем Ілюк, єдиний, до речі, представник, так би мовити, старої команди, тих, хто голосував за закони 16 січня. І сам округ взагалі виявився напрочуд регіональним у Миколаєві, навіть у Миколаївській області, що також стало досить серйозною політичною несподіванкою. З іншого боку, я впевнений, що ці дві події взагалі дуже тісно пов'язані. І що б там не казали, але прибравши з виборів В'ячеслава Сімченка, дорога була розчищена саме для Артема Ілюка. Якщо казати про інших наших гостей, то кожен з них є особистістю цілком унікальною. І те, що він робить, незважаючи на те, що усі три ви є у тій чи іншій мірі, хтось більше, хтось менше волонтерами, він справді є унікальним у своєму роді. Те, що робить Аркадій Добогян, те, що робить Олена Косянчук, це речі справді унікальні і такі, яких взагалі не було в Україні. Не було в Миколаєві, і рік тому ми ще не могли подумати, що в Миколаєві взагалі таке можливо. Отже, виявляється можливо, і ви усі з повним правом можете вважатися відкриттями року. Тому я хотів би зараз запропонувати подивитися наше опитування на вулиці, щоб дізнатися, що думають про рік, що минає миколаївці, чого вони чекають від року, що наближається, а потім почнемо нашу дискусію. Будь ласка. Каждый год прекрасен по-своему, но единственное, что жаль, что наша страна, вот так вот война с Донбассом. Очень жаль, гибнут люди с обеих сторон, кто бы ни были, как бы ни было. Я родился до войны, всю войну в оккупации жил, отца в 42-м немцы повесили. Мне это обидно, а я рад, что я живу в Украине, но надо остановить войну. Что хотите, делайте. Впечатление самое тяжелое. За эту войну, что убивают друг друга славяне. А по желаниях самое лучшее ждем, чтобы все благополучно окончилось, чтобы нашли общий язык наше начальство, наши правители, и чтобы люди уже не умирали больше. Надежд никаких. Жуть. Жуть в стране происходит. Правительство вообще так, а не правительство. Страшно. Войну никто не хочет прекращать, даже не думает. Непонятно. Наверное, уходящий год уже вошло немного в традицию, что мы говорим, да, год был тяжелый, да, были выборы, да, видите, какие изменения, какая ситуация в стране, но, наверное, как и каждый там благоразумный человек, надеемся на лучшее, надеемся на то, что страна все-таки станет в конце концов на ноги, что мы будем двигаться там где-то к Европе, где людям живется все-таки получше. Ну и надеюсь, да, что Новый год мы в принципе встретим положительно и также его и проведем. Дай Бог, чтобы оно так и было. А надежда, что мы будем все в мире, без войны, с работой, и чтобы всегда светило солнышко. Могу одно сказать. Этот год, конечно, очень тяжелый. Много хорошего, наполовину. А следующий год, как встретим, посмотрим, как будем жить дальше. Правда, страна, ситуация, конечно, напрягающая. А от следующего года ждем стабильности, может, какого-то улучшения в стране, и чтобы никто у нас из близких не уходил, все были рядом. Я считаю так. Наваль – експерт, постійно вивчає громадську думку. Сьогодні ми хотіли б почути коментарі і відносно нашого опитування, і відносно того, які дослідження ви робили. Тож, як миколаївці оцінюють рік, що минає? Пан Леонід, будь ласка, слово. Добрий вечір. Я вважаю, що ваше опитування цілком репрезентативне, якщо відносно нашого соціологічного опитування. Ну, є різні традиції новорічні. Новий експерт традиційно проводить опитування і задає два простих питання. Яким був цей рік для вас особисто, для вашої родини, для вашого бізнесу, для міста Миколаєва, для України в цілому? Він був краще, ніж минулий, він був гірший,
він був такий же. І друге питання, а наступний рік яким буде? Він буде краще, гірше чи таким же? І ось ми отримали такі оцінки. Якщо можна, я на російську перейду, тому що в мене тут текст на російську. Уходящий 14-й год був в цілому лучше или хуже, чим предыдущий. Для вас лично і вашей сім'ї лучше 10%, хуже 41%. Баланс оцінок мінус 31%. Для предприятия, на котором ви работаете, лучше 37%, хуже 38%. Баланс мінус 35%. Для нашого города лучше 1,8%, хуже 58%, баланс мінус 49%. Для всей України в цілому лучше 2,4%, хуже 86,1%, баланс оцінок мінус 83,7%. Ну, як видите, баланс оцінок, він служить ну, своєобразною оцінкою, который балансирует лучше и хуже и показывает реальную картинку. А как вы думаете, следующий год будет лучше, хуже или таким же, как нынешний? Для вас лично и вашей семьи лучше 29%, хуже 37%, баланс оценок минус 8,1%. Для предприятия или бизнеса лучше 15%, хуже 37%, минус 22% баланс оценок. Для нашего города будет лучше 18,4%, будет хуже 38,9%, баланс оценок минус 25%. Для всей Украины будет лучше 18,4%, будет хуже 53%, баланс оценок минус 31,9%. Вот такие результаты мы получили в последние дни уходящего года. Для того, чтобы определить, как это выглядит ну, в ретроспективе, потому что мы традиционно проводим каждый год. Если мы посмотрим, и можно график показать на экране, если посмотреть, как дела обстояли в прошлом, то мы убедимся в том, что аналогичную ситуацию вот такого провала оценок уходящего года и, вот я вижу график, да, и пессимизма относительно будущего года мы наблюдали в 2008 году. Были аналогичные очень низкие оценки уходящего года и очень низкие прогнозы относительно будущего года. Тобто можна сказати, що ну, не є сьогоднішні оцінки чимось ну, цілком унікальним. Совершенно верно. Совершенно. Именно об этом свидетельствует этот график. Этот график, кроме того, и для... Здесь четыре графика, они все одинаковые. Что для, лично для семьи, что для предприятия, что для города, что для страны в целом. Картинка примерно одинаковая. И вот тот факт, что после такого падения следует подъем, конечно, вот таких пессимистических оценок, как сейчас, мы, конечно, даже в 2008 году, но похоже на это. Я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь. В конце 2013 года, прошлого года, мы задавали вопрос, каким будет следующий год. И мы получили необыкновенно высокую оптимистическую оценку. Там плюс 53. Таких оценок мы вообще. То есть мы в конце 2013 года были все преисполнены оптимизма. И как оказалось... 13-й рік – це вже Майдан. Тобто кінець 13-го року це вже Майдан. Это было на этапе романтического карнавального Майдана, когда еще ничто не предвещало гибели Небесной Сотни, ничто не предвещало потери Крыма и так далее, и войны на Донбассе. Никто этого не ожидал. Поэтому события 2014 года явились полной неожиданностью для всех нас. Это противоречие между тем, что ожидали,
и тем, что получили, оно, конечно, разрыв в оценках огромный. Просто связано с тем, что люди что-либо ожидают, и вот очень часто люди ожидания свои связывают с улучшениями. И вот эти вот перемены, которые весьма вероятны были, возлагали надежды на революцию, они, конечно же, и давали такую оценку высокую. Вы знаете, действительность показывает, что перемены, оказывается, это не всегда к лучшему, или в основном не к лучшему. Ну, дуже добре. Мы уже отдельный вопрос нашей способности к прогнозированию. И это относится не только к нам, вот рядовым, это относится и к нашим лидерам. Способность к прогнозированию. Я еще хочу сказать относительно вот этих вот отрицательных, негативных, пессимистических ожиданий. Здесь два момента нужно отметить. Пессимистические ожидания. С одной стороны, это плохо. Этот общий пессимизм, это плохо. Это может расслаблять, и это может спровоцировать какие-то самосбывающиеся прогнозы. Все ожидают, что будет плохо, все ожидают, что повысит цена на сахар, все побежали покупать сахар, и цены на сахар повысились. То есть есть момент самосбывающих. Но есть и позитивный момент в этом нашем пессимистических оценках. То есть может быть, что мы... не ожидаем, как в прошлом году, что будет. Мы готовы к тем трудностям, психологически, морально, готовы к тем трудностям, которые, в общем-то, ожидают нас в 2015 году. И в этом я вижу какой-то позитивный момент этой пессимистической оценки. Вот не так будет больно, как если бы ждали. Я хочу сказати, що мені дуже цікаво було саме це ваше посилання на минулорічні опитування, адже я так сталося, що я був на Майдані практично усі ключові моменти. Тобто, коли перший раз зібрався там понад мільйон людей, потім коли почалася там стрілянина перша і так далі. Тобто, взагалі, я відчував на собі, як змінювався настрій, як змінювалося самовідчуття. І я хочу сказати, що я там був зі своїми колегами, з Олегом Мудраком, з Тарасом Кременєм, і ми тоді казали одне одному: ти бачиш, зараз народжується нація. Тобто люди почали себе відчувати справді єдиною нацією. Олександр Болтянський, до речі, який там був з нами, казав, що це вперше, коли мені захотілося співати гімн і коли мені захотілося розмовляти українською мовою. Я все життя розмовляв російською. Зараз я хочу розмовляти українською мовою, бо я почуваю себе не миколаївцем, а саме українцям. І я тому хотів би спитати, справді, дуже багато розчарувань приніс Новий рік, дуже багато того, що не хотілося б, щоб воно було так, але так воно відбувається. Але все ж таки, чим для вас є, по півтори хвилини, давайте так, щоб ми були динамічними, чим для вас є той рік, що минає, які у вас сподівання, і як ви, люди, які бачать ситуацію зсередини, оцінюєте і те, що відбулося, і те, на що ви чекаєте. Будь ласка, Вячеслав Валентинович. Звісно, к сожалению, безусловно, этот год по факту стал годом розбитих надежд і розочарувань для многих, тому що в стране війна. Война – это никогда не может быть хорошо, это негатив во всем. Понятно, это и оккупация Крыма, это и война на Востоке, это полный упадок экономики, то, что происходит сегодня. При этом, безусловно, мы родились как нация. Мы родились как нация, есть чувство собственного достоинства. Мы действительно, кто бы мог подумать, что в ночных клубах будут играть и петь гимн. Вот. Дети все выучили гимн. Много, честно. Да. Если это вопрос к тому, посещаю ли я ночные клубы, тогда я, вот, может быть, уже седой лысый, но иногда, вот, может быть, и захаживаю. Провокация не прошла. Я захожу туда послушать гимн. То есть, безусловно, хоть это идет вразрез, собственно говоря, с марксизмом, да, все-таки базис первичен, экономика. И базис сегодня у нас находится на нуле, а надстройка у нас, она формируется. Это и хорошо, и плохо, потому что
Да, мы должны чувствовать себя гражданами, мы должны гордиться своей страной, мы должны гордиться собой. Но, к сожалению, может быть, все-таки слишком увлеклись мы, наши лидеры, все-таки политикой и надстройкой. Все-таки, к сожалению, не уделялось должное внимание базису. Как ни крути, все-таки бытие определяет сознание. И тут те достижения Майдана, вот это чувство гордости и самоосознания, оно, к сожалению, может нивелироваться, если надолго затянется проблемы в экономике. Потому что ну, человек так устроен, что этот процесс, к сожалению, могут быть утрачены. Утрачены те завоевания идеологически, вот если все-таки не заняться базисом, не заняться экономикой. При этом, опять же, соглашусь с вами, есть большая надежда, что достигнув дна, все-таки мы начнем... Снизу нам постучали. Да, начнем подниматься вверх. Я дивлюсь на реакцію Аркадія Добогана, щось мені підказує, що він у багато чому не згодний з Вячеславом Валентиновичем. Або, можливо, це мені тільки здається. Да нет, собственно говоря, каких-то расхождений во мнениях у меня больших нет. Просто, вы знаете, размышляя о том, что для меня, чем для меня стал этот год, для меня этот год был годом большого количества открытий. Открытий совершенно неожиданных и, как мне казалось, человеку весьма практическому, мне уже многое ясно, многое я в жизни посмотрел. Но вот достаточно большое количество процессов, с которыми я столкнулся, и как гражданин, и как волонтер, для меня стали открытиями. То есть я никогда для себя не представлял о том, что, скажем, такая солидная, существенная по масштабу, по такой грозности структура, как, например, украинская армия, может переживать такой масштабный и всеобъемлющий кризис. Для меня весьма приятным открытием стала та позиция, которую в начале года, к сожалению, вот она была сопряжена с огромной трагедией, однако занял украинский народ вот в той революции, в тех, к сожалению, трагических событиях, которые были в начале года. Вы знаете, наверное, для меня уходящий год – это год перестройки сознания, наверное, как и гражданина тоже, потому что так или иначе, вы знаете, в какой-то момент времени, может быть, это опрометчиво, но у меня возникло совершенно твердое ощущение, что просто доверить, вот просто передать бразды правления обществом, экономическими процессами, совершенно бесконтрольно, просто потому, что вот кто-то кем-то избран или кем-то назначен, в зависимости от той или иной вертикали власти. Кто был в оппозиции к власти, поэтому он уже... Вы знаете, к сожалению большому, этого оказалось недостаточно. И вот элемент, может быть, не такой избитой фразы, как народный контроль, потому что сама по себе она тоже... требует исследования, сколько может быть позиция гражданина, позиция того, кто, собственно, делегирован. Она для меня вот стала читаться по-новому. Мой взгляд на это изменился. И вот сегодня, когда так или иначе я, как представитель волонтерского движения, как один из многих, кто сегодня занимается проблематикой, социальными проблемами, отчасти армейскими, не только. Во многом я внимательно отслеживаю ту позицию, которую занимает власть, и где-то стараюсь показать, что в тех местах, где эта позиция, ну, скажем так, не весьма оптимальна, она может и будет скорректирована. Вы так обережно висловлюєте щодо недостатньо оптимальної позиції. А механізм, як буде? Що я сподіваюся, ми все ж таки перейдемо до дискусії, яка вкладеться в нашу назву «Контраргумент». Я хочу передати слово Олені Косинчук, вона для мене взагалі є людиною унікальною. Адже коли ну, такі поважні, серйозні, сильні чоловіки займаються такою справою, як, скажімо, Аркадій Добогян, ремонтують танки, ну це зрозуміло. Але коли жіночки, які ну, багатьом тут у нас в доньки годяться, починають забезпечувати армію,
і забезпечувати, робити такі речі, які, як виявляється, генералам з великими зірками не по плечу, то це для мене є справді навіть не маленьким, а великим чудом. Будь ласка, пані Олена. Добрий вечір. Ну, на самом деле, в принципе, мы, женщины в родинной спільноті, делаем то, что могут женщины. Готовим вкусные вещи, продаем, ну и, соответственно, на вырученные деньги уже что-то пытаемся помогать нашей армии. Что касается прошедшего года. Я не могу сказать, что для меня лично он был хуже. Он был тяжелый, да, намного тяжелее, потому что муж все-таки практически полгода был на войне, потом вернулся, но, слава богу, живой. Но год был интереснее, интереснее и насыщеннее. Очень много людей новых, с которыми я познакомилась. Очень много каких-то событий происходит, все это накладывается. В конце концов, действительно, если раньше я намного меньше интересовалась политикой, тем, что происходит в государстве, то уже с ноября прошлого года, с конца ноября, начала декабря, как бы, мы уже поняли, и наша семья стала очень политически заинтересованной, и начали активно принимать в этом участие. И как бы детей начали воспитывать тоже политически заинтересованными гражданами. И я хочу сказать, что детей, да, детей нужно привлекать к политике. Ну, я еще потом к этому вернусь, когда мы будем... Нашей 7 скоро будет. Но... Отдали в патриотическую школу, в нашу муниципальный Николаевский коллегиум. Где мозги продавали? Нет, первая гимназия мозги продавали. Не-не-не, мозги не там продавали. Ну, первая гимназия тоже патриотическая школа. Там их не покупают. Снова-таки с девочками нашими из родинной спільноти познакомились, организовались. Очень много людей, с которыми понятно стало уже, что ну, неинтересно общаться. Очень многое появилось, с которыми наоборот много общего и интересного. Причем люди совершенно разные, и политики, и журналисты, и психологи. И оказывается, то есть с ними есть о чем тоже поговорить, и им есть о чем с нами поговорить. Я хочу зараз надати слово Олександру Янсону, але перед тим скажу декілька власних вражень. Ось ми готували портрет його, і там була фраза про те, що одні казали, що треба було бити пику Яценцарьову, інші казали, що не треба, але усі сходилися в тому, що взагалі-то заробив. Але я хочу навести, як на мене, дуже прикрив одну єдину цифру. Згідно з публікацією у одному з останніх номерів «Зеркала неділі», тобто «Зеркала тижня», тобто газету, яку ніхто не може звинуватити, скажімо, у сепаратизмі, у недостатньому патріотизмі, у поверхній аналітиці, я вичитав таку фразу, що СБУ звітує, що вони там нібито 232, там щось таке справи порушили проти сепаратизму, близько 100 воно нібито передано до суду, але за інформацією дуже добре поінформованих джерел у керівництві СБУ, тільки 5 справ взагалі було передано до суду, і, наскільки мені відомо, жодна з них нічим не закінчилася. По Миколаєву ми усі пам'ятаємо, ми всі знаємо прізвища, імена, по батькові, адреси тих людей, які і прямо підбурювали миколаївців до того, що ми зараз маємо в Донбасі і на Луганську. Ми знаємо, у нас є відеозаписи, це легко знайти, тобто це не якісь там поклепи. Ми пам'ятаємо дуже гучні і, так би мовити, змістовні заяви тих, хто зараз перебуває у владі, що ці люди фінансували взагалі сепаратистський рух у Миколаєві. Проте жоден з них до відповідальності не притягнутий. Люди, яких, що називається, хапали на гарячому, зараз пишуть у Фейсбуці, в Однокласниках тощо, як вони захищають інтереси Росії на Донбасі, як вони скоро сюди приїдуть і всім нам покажуть. Ми знаємо усі, про кого йде мова. Тобто, так, виявлялося, що під приїзд когось, скажімо, здається, Тручинова, тут у нас показово захопили цілу банду терористів, після цього ця банда кудись знову ж таки розчинилася. Нічого ми не маємо. І коли я на це дивлюся, я розумію, що, можливо, ті методи, які вважає для себе органічними Олександр Янсен, вони справді є, можливо,
не тільки найбільш дієвими, а взагалі єдино можливими у цих обставинах. Пане Олександре, будь ласка. Ну, з цієї позиції, добрий вечір, з цієї позиції соглашається по переписці в Фейсбуці. І я ж много їжу по стране, общаюсь з людьми. Ви ганяєтесь за Царьову? По всій стране? Я добрий, справедливий чоловік, поки мене не розозлив. Царьов как раз из тех людей, которые меня очень сильно разозлил. Я же сказал нехорошее или что? Я ведь свою позицию в тот момент у Савика Шустера четко обозначил. Человек, который призывает с экранов телевизоров там, в студии Киселева, да, к агрессии открытой против своей страны, его нужно не морду бить, а уничтожать. Его счастье, что у меня была поломанная рука. Потому что это была совсем другая ситуация. Хоть он там, не знаю, что он до там речі, я, курит или нюхает. До речі, я хочу сказати, що рука Олександра була поломана під час розгону палаток сепаратистів біля пам'ятника Ольшанців. Тобто він так послідовно діє взагалі. Да. Ні, дело в том, что у меня рука была поломана. Опять же, об сепаратистах. Хотя мы в Корабельном районе ругались с незаконно установленным ларьком среди ночи. И в этот момент я был разгорячен, и подбегает человек сзади и начинает кричать «Слава России!». Ну просто... Как с ларьком? Я не знаю. Он увидел у меня на мне берет или что он там увидел. И просто... Оказался просто мазохистом. Да. Потом он потерял равновесие в землю, земля у него ушла из-под ног. Милиция, когда приехала, ну, тут на меня напала куча десантников, и меня тут избивают. Его посадили в машину, милиция, и увезла. Потому что с милицией как бы мы адекватно себя всегда ведем. Даже на Майдане. В принципе, когда на Майдане, и это для меня тоже было открытие, что многие люди на Майдане понимали, що милиція виконує свою роботу. Що міліція взагалі є заручниками. Ми будемо справедливі, що в Миколаєві вони все ж таки ну, балансували на тій грані, яка не давала нам їх ненавидити. Даже во время многие наши ополченцы, которые разгоняли лагерь сепаратистов, да, на возле пам'ятника Ольшанцев, они там жаловались на то, что Беркут покалечил много наших людей. Я сразу кричал в мегафон, потому что ну, я с помощью мегафона как бы режиссировал все это дело. Да? Я всем, как только побежал на нас Беркут, я сказал, вы бросьте палки. И Беркут пробегал мимо тех людей, у которых не было ничего. А тех, кто там с этими битами там пытался убегать или бегать, Там у них уже условный рефлекс. Человек да. С оружием, да еще к тому же убегающий. Господа, я хочу предложить вот, в качестве иллюстрации того, о чем сейчас рассказывали наши гости, трехминутный сюжет Татьяны Милякиной, который, с моей точки зрения, просто блестяще подводит политические итоги года. И нам всем будет что вспомнить и о чем поговорить. Події на Київському Майдані з листопада 2013 до лютого 2014 року визначили хід подальших політичних подій в державі. 16 січня Верховна Рада проголосувала за диктаторські закони, що стало повштовхом до виходу протистояння за мирні межі. Майже щодня відбувалося зіткнення протестувальників з силовиками. А в Миколаєві будівлі влади укріплювали від можливих захватів та очікували на приїзд бандерівців. 28 січня уряд Азарова пішов у відставку. 30-го ПАРЕ засудила ескалацію насильства і закликало владу вступити в переговори з опозицією. Найдраматичнішими стали події 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні протестувальників. Цього дня Верховна Рада прийняла постанову, яка визнала, що дії силових структур були незаконними і заборонила використання зброї. Також Верховна Рада повернула в дію Конституцію 2004 року. Втім, на Майдані цього дня пролунав доленосний ультиматум сотника Парасюка про негайну відставку Януковича. 22 лютого Верховна Рада усунула його з посади президента. Він таємно покинув територію України.
Відбулася зміна і на місцевому рівні. Голова облдержадміністрації Геннадій Ніколенко і голова обласної ради Ігор Дятлов склали свої повноваження. В центрі Миколаєва відбувся мітинг «Демонтовано пам'ятник Леніну на головній площі». Протягом наступних днів пам'ятники Леніну були знесені в багатьох населених пунктах області. 25 лютого новим головою обласної ради став Тарас Кремінь. Біля пам'ятника героям-ольшанцям було розбито наметове містечко Антимайдану. З початку березня проросійськими активістами організовуються мітинги на підтримку створення федерального об'єднання з Одесою та Херсоном. А у Європейському сквері збирається багаточисельний мітинг за єдність та неподільність України. 16 березня, в день так званого народного референдуму в Криму, в Миколаєві близько 600 активістів також провели схоже дійство. Антимайданівські і сепаратистські мітинги збиралися майже щодня. 7 квітня активісти народного ополчення, яке виникло у Миколаєві з перших днів анексії Криму, знесли намети біля меморіалу ольшанцям. Прояви сепаратизму стали рішуче присікатися, а обласний та районні центри все більше і більше одягалися у національну символіку. 21 травня в Миколаєві відбулося засідання 3-го загальноукраїнського круглого столу національної єдності за участю президентів України, членів уряду, обласного керівництва, громадськості Південного регіону. 25 травня на позачергових виборах президента України у першому турі переміг Петро Порошенко. 29 липня на посаді голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука замінив Вадим Меріков. Пріоритети розвитку області – стабільність, спокій, подолання корупції. 26 жовтня – позачергові вибори до Верховної Ради. Вони відбулися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. 132-й Первомайський виборчий округ підтвердив славу проблемного. Там найдовше встановлювали результати виборів. Миколаївщина у парламенті 8-го скликання представляє 10 народних депутатів. Майже всі вони увійшли до групи «Миколаївщина». Я недаремно показав цей сюжет, адже справді стільки всього сталося за один рік, що навіть неможливо собі уявити, що все це буквально вчора відбувалося, ще вчора. І що найголовніше, справді це дуже серйозно вплинуло на те, як ми взагалі стали сприймати і самі себе, і світ навколо себе, і себе в цьому світі. Вадим Вадимович, я з вами познайомився під час оборони облдержадміністрації, коли я там як прес-секретар на той час облради сидів у тій пустій будівлі і бачив, як розвідники ходили від пам'ятника 60-80-десантникам ходили дивитися, де там які двері, як вони будуть захоплювати приміщення. Це справді готувалося. Ви контролювали ситуацію. Зараз ви контролюєте ситуацію на одному з блокпостів. І ваш військовий, дуже багатий військовий досвід, справді дає вам право займатися цією роботою і, що найголовніше, давати оцінки тому, що відбувається. Адже ви не дилетант, адже ви людина, яка знає, як робиться ця військова справа. Ось скажіть, будь ласка, чим для вас став цей рік і як ви взагалі ось там, з цього вашого блокпосту, бачите все, що відбувається навколо? Добрий вечір. Ну, этот год был очень бурный, очень насыщенный всеми событиями. Были и хорошие моменты, и плохие моменты. Все объяснить невозможно. Вот. Что я хочу сказать по этому году? Этот год был знакомством с очень многими людьми, как хорошими, так и плохими. Переосмысление ценностей, которые были ранее и которые стали сейчас. И я очень много заметил, что наши люди стали более патриотичные. Даже вот сейчас, вот, когда на блокпосту, ну, апрель-май месяц был подъем блокпостов, как-то все стремились туда, было там по 40, по 50 человек, все хотели охранять. Потом пошел спад. После сентября месяца, когда, ну, стало еще тяжелее там на блокпостах, как-то вот людей стало меньше, и стало как-то меньше патриотов. Вот. Да, когда деньги перестали, да. Когда перестали платить деньги, но в тот же момент, с сентября месяца, вот, появились другие люди, которые уже от души стали помогать. Нас не оставляют вниманиями и народные депутаты, и, кстати, простые граждане, вот, жители Терновки, приходят, помогают то, чем может. Просто проезжающие водители останавливаются, кто чем может, тем помогает. Скажем, даже вот, Золотой Колос рядом с нами.
тоже помогает очень хорошо. Валерий Николаевич и его дочка Надежда не помогают очень много. Надежда Иванова, да, она была у нас в студии несколько раз. Скажите, а в принципе, насколько эффективен блокпост вот сам по себе? Неужели его вообще никоим образом нельзя обойти? Блокпост, я так считаю, его можно обойти. Можно объехать, можно обойти, можно пройти. Но в настоящий момент, ну, скажем, я сомневаюсь, что кто-то там проезжает околицами, кто-то будет ездить по бездорожью. В основном все люди едут по дороге. И очень много людей, скажем так, просто везут наркотики, едут пьяные, что тоже это опасность для граждан. Они там останавливаются, и они выявляются. Очень многие с собой возят, кстати, огнестрельное оружие, травматическое оружие не зарегистрированное. Вот для этого блокпост он и нужен. А каковы полномочия ваши с юридической точки зрения? С юридической точки зрения ополченцы, ну это вечные понятые. У милиционеров, которые остановили, выявили. Искать где-то понятых, это тяжело. На трассе, где-то, ну... Что это блокпост специально содержит для того, чтобы понятых не искать? Нет, нет, нет. Можно понимать, с ваших слов. Понимаете? Я-то человек, который вместе с Давидом Арахами, Давид Браун, да, многие его знают, являлся, скажем так, отцом-основателем этих блокпостов, да, когда мы пришли в администрацию, нам сказали, да зачем эти блокпосты, да подождите, что вы начинаете тут истерику, у нас будет сейчас паника, все начнут в городе бегать, бояться войны. Но в тот момент уже конкретно было понятно. Херсон строит блокпосты, через Херсон на Одессу постоянно какие-то сепаратисты едут, с Одессы на Херсон постоянно куда-то кто-то едет, постоянно, как и в Одессе, и в Херсоне постоянно ловят прошу прощения, машины с оружием, уже назрела реальная необходимость. Мы не нашли этой поддержки. Единственный, кто нас поддержал, это Вадим Иванович Мериков. Он подписал письмо от нескольких организаций общественных, в том числе и от Майдана, да, к президенту, к Турчинову. Мы поехали к Турчинову, к Турчинову не попали, зато мы успешно попали на многие каналы, рассказали о ситуации и об отношении к безопасности города в Николаеве. Мы уже ехали назад, Романчук докладывал, у нас уже 7 дней как стоят блокпосты. Ну, мы посмеялись, конечно, приехали, блокпостов не было. Оказалось, что 7 дней, как Водотурский пообещал предоставить блоки. И они уже как бы у него были. Речь о другом. Да. Речь о том, насколько целесообразно. Сейчас я расскажу дальше. Вот смотрите, вы сказали, выявили хоть одного сепаратиста по убеждению в блокпосту, оружие остановили. Ну, я думаю, что не по убеждению. На самом деле, тут речь идет не об убеждениях, а о реальной опасности, которую эти люди представляют. Все равно обойдет. Грамотный военный, ему блокпост, в общем-то, не помеха. Совершенно верно. Они не нужны, эти блокпосты военным. Они проберутся... На пузе проползут, а где танк не пройдет. Да? Да. Мы говорим о другом. Для Николаева это стал символом безопасности. И народное ополчение, когда строило блокпосты, практически все, кроме Капустиной балки. Капустиную балку тогда взяли на себя... Бюст строил, да. То, ну и скажем, Херсон... Херсон строил тогда... помогал Исаков строить. Мы как бы раздали блокпосты, потому что, ну, народное ополчение не в состоянии, ну, могло только показать, как строить и где. И то на своем каком-то уровне, скажем, довоенном, да, или кто там, у кого есть опыт, там, как у меня, службы в армии, там, в сложных, да, условиях, те прекрасно понимали, что нужно делать, потому что те блокпосты, которые хотели сделать ГАИ, мы над ними посмеялись, я разорвал эти бумажки и выкинул. И по-другому с ними не было. Суров, но справедлив. Ну, я был настолько суров, что меня не любили работники ГАИ и милиция очень долго. Потому что я ездил по блокпостам, когда они уже были. И рассказывал, какие части тела и какие предметы, куда я засуну этим милиционерам, если они не будут нести службу как положено. Потому что они там просто стояли, они на нас злились. Мы у них отобрали работу, хлеб. И так далее. Мы им говорили, пожалуйста, останавливайте, кого хотите, делайте свою работу, но мы будем контролировать, чтобы вы ее правильно делали. Вот в чем была ситуация. Александр, а когда, сейчас я уже закончу.
Но когда военные все-таки нас услышали и вышли на блокпосты, военные, Нацгвардия и милиция, мы сразу заявили, что больше там не должно быть гражданских. Потому что была ситуация, когда в Солянах избивали ополченцев, загоняли их там пинками под машины, а Нацгвардия бегала, передергивала автоматы, но она не могла стрелять, потому что гражданские были на линии огня. Понимаете? Вадим Владимирович, Саша, я вижу твое желание. Вадим Владимирович, вот прошла вот эта вот волна всеобщего интереса к блокпостам. Да, уже одно время было очень модно среди определенной части николаевского бомонда политического ездить, позировать на фоне блокпостов, проходить, так, знаете, похлопывать по плечику, говорить, ну как, орлы служите, да, и так далее. Это было очень как бы красиво, это было всегда информационными поводами и так далее. Сейчас этого нету, и вот, например, мой сосед сутки напролет просто варит буржуйки и развозит их вот всем, кому они только могут понадобиться, потому что там не только холодно, там и голодно, и, в общем, насколько я знаю, там достаточно забыто. Может быть, информация моя не верна, может быть, это реакция некоторых только людей, которые там служат. Но тем не менее, вот после того, как спала волна такого, знаете, ажиотажного спроса на позирование на блокпостах, да, после того, как прошли выборы и уже не стало, исчезла необходимость в том, чтобы вот ездить и набирать себе очки, так сказать, убеждая избирателей в своем патриотизме, после того, как платить перестали, да, после того, как это стало службой, к тому же достаточно неблагодарной и плохо оплачиваемой, что сейчас происходит? Ну, я не скажу по всем блокпостам, я скажу по нашему блокпосту. Потому что все блокпосты, они как-то вот у нас нету единения. Вот мы общаемся с Матвеевкой, с Фарваровкой. Вот, как-то есть такое. А дальше Баштанка, Галицыновка, Херсонская, ну, даже не знаю, что там происходит. Не знаем, есть там ополчение, нет там ополчения. И вот когда прошел, этот пыл и предвыборный ажиотаж возле блокпостов, а были, очень многие люди, практически каждый там день кто-то приезжал. Все смотрели, все говорили, что да, что вам надо, что вам привезти. Некоторые выполняли свои обещания, некоторые так постояли, походили и убежали. А сейчас остались те люди, которые действительно помогают. И вот вчера был Брищенко. Игорь Витальевич с первого дня постоянно. Да, он там постоянно. Вот, под Березняк и Михаил Апостол. Они привезли картошки, привезли, скажем так, элементарный чайник электрический. Они привезли, отдали, не позировали, не фотографировались, ничего. Просили, что надо, сказали, что надо, они сказали, хорошо, им уехали, но знаем, что они сделают это. Вот они обещают, они делают. Те же самые дрова, которые всем нужны. Вот взять даже, даже блокпост, да, привезли дрова, не было пилы. Вроде бы все есть, а как попилить, да? Вопрос в чем? А для чего нужно сейчас содержать эти блокпосты? Картошку, дрова, чайник, если целесообразности в них никакой нет? От кого они защищают? Максим, я могу ответить. От кого защищают? А для чего они нужны? Опять-таки, в город проводится очень много и того же самого оружия. Зарегистрировано, не зарегистрировано, травматическое, не травматическое, биты. Не более чем помощь милиции. Помощь милиции. И милиция. Подождите, тем не менее, я находился еще при Седневе на одном из заседаний безопасности города, где все силовые структуры были. И СБУшники с ухмылкой рассказывали о том, как они нацепили на свой микроавтобус номера от какого-то запорожца одесского, накидали оружие, они ехали из зоны АТО с операцией, накидали оружие, бутылки там, сделали вид, что они там пьяные, в балаклавах. Они проехали по всем блокпостам, никто их не остановил, никто даже не поинтересовался номерами. Хотя было изначально четко поставлена задача милиции, ополченцам. Любой микроавтобус должен проверяться. Абсолютно любой. Так он проверяется. Я не знаю, вот сам факт, что я же не говорю о вашем блокпосте. Нет. Если ваш блокпост умудрился поймать... Они просто разгрузились. Эти бронежилеты, которые везли в Николаев. Тут понятно. Кричали, что фамилия Порошенко. Вот Порошенко дал национальное народное ополчение 45 бронежилетов.
а документов не было. Что сделали? Была вызвана опергруппа, передана в центральный райотдел, и потом уже разбирались, работа. Правильно? Вот это работа. То есть фамилии никто не... Александр Дудюк уже минут 15 пытается что-то сказать. Я прокомментирую тоже эту ситуацию. Дело в том, что давайте вспомним с самого начала, как появились эти блокпосты, для чего. Как вы заметили, Александр, собирались люди, ездили туда-сюда на митинги, и кто это были? Это представители были антимайдана, это как минимум, да? А чаще всего, то есть эти блокпосты ставились для того, чтобы пресечь, фильтровать да. это движение. Ну, тем более, что да, мы тогда ждали делегации из Одессы. Ситуация да. была, что называется, 50 на 50. Да. Понятно было, куда она кто пойдет, да. и каким городом поэтому будет Николаев. Поэтому эти блокпосты тогда свою роль выполнили, правильно? Безусловно. Вот, естественно, безусловно. Что сейчас они не отвечают уже тем задачам, тоже... которые новые пришли. А да. вот скажите, это фактор стабильности. Я бы еще хотел вот что сказать. Вот когда к нам 17 октября приезжал Антон Геращенко, помните, да, этот советник Авакова, вот он как раз посещал вот этот наш блокпост. Пост, он говорил о том, что сейчас совершенно очевидно, что Путин дальше не пойдет широкомасштабной войной. Но он будет продолжать дестабилизировать ситуацию в стране, в Украине. Что ему нужно? Это диверсионные действия. Так вот, блокпосты планируется использовать, вдохнуть их новую жизнь. Это кинологическая поддержка, это подготовка специалистов, блокпосты. Будут заниматься фильтрацией теперь уже оружия, наркотиков и так далее, и так далее. Но это же тоже не делается за один раз. Вы же вот. Тоже понимаете, что они не повезут оружие, машину, оружие. Это понятно. Но с другой стороны, вот, Максим, Аркадий, подождите. Представьте, что если они знают, что их все равно будут там шманать, значит, они будут искать другие. Это не более чем памятник. Знаете что? Дань, если вы... Для того, чтобы понять, как работает нормальный блокпост, нужно просто поездить в АТО. Да, совершенно. Причем с разных сторон. А я еще вам расскажу, что под то, как Харькову подъезжаешь и понимаешь, что... Ребята, давайте не говорить вдвоем одновременно. Три человека на блокпосте. Значит, военный, милиционер, гаишник. Больше там никто не нужен. И они вывернут наизнанку все. Мы господа, я хочу все-таки отойти немножко от темы блокпостов, потому что у нас есть Елена Косинчук и Аркадий Добогян, которые занимаются все-таки, так сказать, куют победу в тылу. И для них тема блокпостов не столь актуальна, однако я очень хотел бы все-таки поговорить о том, что делаете вы, поскольку Аркадий, Елена, каждый со своей стороны, но в принципе, вот я не представляю уже на сегодняшний день, армию без таких, как вы, и без вас лично. Аркадий, вот, Лена, пожалуйста, включайтесь в дискуссию. Я тогда пару слов про блокпосты, лично свое мнение. Я лично считаю, что если бы у нас правоохранительные органы работали так, как они должны работать, необходимости бы в контроле гражданском на блокпостах бы не возникало. То есть если бы эти же милиционеры, гаишники, они бы останавливали, обыскивали, составляли протоколы, как положено, изымали. Но почему-то этим опять-таки должны заниматься гражданское общество. Контролем, может быть, для этого эти блокпосты нужны, чтобы контролировать гаишников и милиционеров. Может быть. Нет, но это должен быть один ополченец, а не 20 их человек. Если идея была в том, чтобы это был контроль от перемещения оружия, сепаратистов, всевозможных групп несанкционированных, это один вопрос. А если это просто, чтобы досматривать, помогать гаишникам не брать взятки? Аркадий, я вот что, я вот пока шла обмен мнениями, я вот о чем подумал. Вот вы человек, который, кстати, так же, как и Александр, в принципе, достаточно плотно общаетесь с теми, от кого зависит определение стратегии, определение и реализация нашей военной доктрины. Я люблю вспоминать историю о том, что, в общем-то, в Украине военной доктрины как таковой не было, насколько мне известно. То есть была установка, так сказать, общая о том, что нашим общим врагом является терроризм, и вот с некими абстрактными террористами будем бороться. А контр-адмирал Ежель, он вообще замечательно сформулировал военную доктрину военно-морских сил Украины, сказав, что главная задача украинских военно-морских сил – это гордо нести флаг Украины в Средиземном море. Все. Вот. Ну, собственно говоря, плоды эти мы пожинаем. Скажите, пожалуйста, вот то, о чем мы сейчас говорим, это свидетельство того, что нету ни единого мнения, ни стратегии, ни понимания, ни видения. Опять-таки, может быть, это кажется вот мне, как дилетанту, на самом деле вы изнутри все видите по-другому. Ну, вы знаете, ситуация с блокпостами, уж коль скоро о них заговорили, действительно, вот Александр сказал о них, да, о тех блокпостах, которые существуют сегодня в зоне АТО.
Это те блокпосты, которые сегодня обеспечены достаточно серьезной огневой мощью. Это те блокпосты, на которых сегодня несут дежурство танки, в том числе и те, которые, в общем-то говоря, выходят из Николаева после ремонта. Я позволю себе высказать свою точку зрения. Вы знаете, когда эти блокпосты появились, они создали внутреннее напряжение. Напряжение, которое, наверное, существовало и в обществе, ничего, собственно, нового в этом не было, но они мобилизовали. Появилось некое место, через которое мы должны проезжать, и нас как-то осматривают. Я не могу сказать, что я когда-то совершал провокации, провозил какое-то оружие, да, просто элементарно у меня его нет, но я видел достаточно и вижу сейчас, потому что живу я за городом и проезжаю через блокпост, ну, собственно, каждый день. Я вижу, что люди, которые находятся там, следят за моей машиной и следят за моими действиями в ней. Поэтому в данном случае блокпост, конечно же, какие-то функции выполняет. Однако, если говорить о его новых функциях, о которых мы говорили, о неких военных функциях, если в них есть объективная необходимость, то, конечно же, в той форме инженерной, в которой они выполнены, и, скажем, о техническом обеспечении, о котором вы говорите, чайник, дрова, картошка, для меня это звучит немножко удивительно. Однако, вы знаете, вот общаясь с командиром одного из военных частей, на территории которой находится достаточно серьезная боевая техника, и в силу там понятных причин часть достаточно слабо охраняется, я задал вопрос, мне просто было интересно, какова цель несения караула вот в этой военной части? Вот находятся военнослужащие, в руках у них оружие, они патрулируют территорию этой части, проходя мимо вот этой вот боевой техники. Да, может быть, ее нелегко угнать, но ее очень легко вывести из строя и не дать возможности в нужный момент, да, использовать по назначению. Меня поразил ответ. Мне ответили так, основная задача несения караульной службы – это сохранение жизни и здоровья солдата. Иными словами говоря, в тех местах, в которых, скажем, часть плохо освещена, а это, наверное, не новость, или, скажем, плохо укреплена, что само по себе тоже не является уж прямо такой неожиданностью, в это время в ночное воин не ходит с оружием туда, потому что на него могут напасть, ударить по голове, отобрать автомат. И что мы потом скажем, значит, вот его родным и близким. Меня, конечно, поразил ответ. Ну, в конкретной части, скажу откровенно, мы разместили прожектора, дав возможность полноценно нести караульную службу. Но если говорить серьезно, ответ меня поразил. Я поражен ответом. Для меня человек с оружием в руках, уж коль скоро он его взял, это человек, обладающий достаточным уровнем полномочий, компетенции, да элементарной внутренней смелости для того, чтобы этим оружием воспользоваться для тех целей, с которыми ему их это оружие дали. Поэтому... Я прошу прощения, наводящий вопрос. Да? Говорили, у нас небоеспособная армия, потому что говорили все это время, что воевать и в общем-то не с кем. И солдаты строили дома, дачи для генералов. Сейчас появилась мотивация. Сейчас, как ни страшно и не цинично это звучит, армия научилась умирать и убивать. И армия становится боеспособной. Сейчас, опять-таки, как ни страшно и не цинично это звучит, как в свое время россияне пропускали все свои спецслужбы и боеспособные подразделения через Чечню, потом через Грузию, так сейчас у нас как бы есть... негласная, но достаточно четкая установка, по максимуму пропустить те же самые спецслужбы через АТО. То есть, по логике вещей, сознание должно измениться. И сознание, по крайней мере, подготовки тех людей, которые берут в руки оружие, тоже должно измениться. Этого не происходит. То есть, оказывается, что у нас не только с блокпостами все странно, у нас как бы еще и с человеком с ружьем тоже не все в порядке. Вот я спрашиваю. Я общаюсь с ребятами, которые еще недавно были просто дизель, слесаря, водители, кем угодно. И сегодня, пройдя кто месяц, кто два, кто три, кто полгода, побывав там в АТО, это другие люди.
это совершенно другие. Ну, о чем говорит Аркадий? Они про тыловую военную часть. Люди другие, да, но речь, команды вы не осталось, да, чтобы было понятно, может быть, возникло впечатление, что я говорю о неких подразделениях, которые сейчас находятся в зоне АТО. Нет, я говорю о подразделениях, которые сегодня находятся, ну, в глубоком тылу, уточню свое... находятся вот на нашей территории. Аркадий, я уточню свой вопрос. Я понял, что вы говорите о тыловой части, но я говорю о том, что офицеры, которые командуют этой частью, они же понимают, что в стране война. Вы знаете, я позволю себе, вот действительно так случилось, что вот волею судеб, в последнее время я с офицерами общаюсь очень много. Я общаюсь с ним больше, с этой категорией людей, больше, чем с кем бы то ни было. Вот так сложилась моя жизнь в последнее время. Вы знаете, офицеры, как и все мы люди, они очень разные. Есть и люди, которые действительно сегодня, осознавая всю роль и миссию человека в форме, понимая, что очень многое, что приходится делать, делается не благодаря, а вопреки, берут на себя ответственность и делают. Есть же немалое количество людей, которые, понимая, опять же, что учитывая тот факт, что в стране не объявлена война, военного положения как такового в войне не существует. Все нормы, формы, порядки, организации ведения службы, они не изменены. Очень важно это понимать. На всех уровнях они не изменены, начиная от того, что практически не существует сегодня четкого регламентированного порядка списания той техники, которая, в принципе, уже уничтожена в АТО. Большинство этой техники находится на балансе и числится как существующая, потому что как таковых фактов боевых действий и их результатов в части касающейся уничтожения техники, способа списания его просто элементарно нет. И поэтому очень многие офицеры берут на себя ответственность и говорят, да, но фактически этой техники нет, значит, мы проводим какие-то действия, мы что-то оформляем, мы берем на себя ответственность. И абсолютно та же позиция, ту же позицию занимают офицеры в части, касающейся боевой подготовки. Она абсолютно индивидуальна. То есть для кого-то сегодня обеспечение, скажем, элементарного порядка на территории – эта задача неразрешима, неразрешимая. Он не может организовать службу таким образом, чтобы этот порядок был наведен. Кто-то же умудряется в этой ситуации проводить какие-то локальные учения, инсценировать различного рода нападения на собственные подразделения для того, чтобы этот уровень поддерживать адекватно той ситуации, которая сложилась. Как и все мы, ведь армия, ведь это часть нас. Это часть получается, общества. Если брать в масштабах страны, то в принципе войну останавливать никто не собирается. То ли это под эгидой того, что необходимо еще обучить людей, то ли еще по какой-то причине. Мне складывается впечатление... Нет, это подтверждение того, что без войну воды никто плавать не собирается, научишься. И на огороде никто не собирается останавливать. Вот о чем речь. Если мамы, бабушки говорит, плачут о том, что куда мы отправляете наших ребят, то оказывается это происходит спецучение, ну, вот то, или что воспитание духа спецслужб. Вот то, что говорит очень сдержанный и очень патриотичный Аркадий, вот для меня на самом деле страшно, потому что сидел бы здесь там, ну, там явно, допустим, провоцирующую ситуацию Максим, да, или сидел бы там, я не знаю, там, ну, какой-нибудь там Артем Ильюк, да, там. Ну, было бы понятно, логично слышать, либо это как бы, ну, явная провокация, вот как бы для остроты дискуссии, либо это, ну, вот позиция человека, который голосовал за законы 16 января. Но когда об этом вот с такой вот скорбью и, в общем-то, безнадежностью, да, говорит человек, который лично своими руками на морозе чинит танки вместо того, чтобы заниматься бизнесом, а деньги, которые зарабатывают на бизнесе, вкладывает в детали этих танков, то я понимаю, что это на самом деле то, что наболело. И оказывается, что полгода войны ничего не изменили в нашем... вот мы говорили, да, я все время говорил, восприятие себя в мире, мира вокруг себя. Вот политики новые пришли, вот слова правильные говорятся. А на самом деле добровольцы до сих пор не имеют статуса участников АТО. То есть, но зато у нас есть достаточное количество чиновников, которые имеют теперь такой статус. И чиновники гордо говорят, ну и что я руководил организацией партии регионов. А теперь я съездил в Луганск и прошел иллюстрацию, то есть получил справку, и все нормально. Нет, ну подождите, а кто это придумал вообще? Вот так нет, а вот я спрашиваю. Это ведь тоже итоги года. Мы ждали, что этот год чему-то нас научит. У нас получилось, вот я прошу прощения, смотрите, у нас было действительно, как Вячеслав, по-моему, начал этот разговор, о том, что был у нас
Янукович, всеми ненавидимый. И как-то так получилось, что если убрали Януковича, автоматически должны было прийти во власть те, кто стоял в оппозиции. Вот слава богу, сегодня уже вызревает народ к тому, чтобы понимать, что оппозиция, она в большей степени сегодня не в политическом должна быть по отношению к тому, какой партии человек принадлежит, а по отношению к тому, ты находишься как правитель в оппозиции к своему собственному народу или не в оппозиции к своему собственному народу, а не к какой-то политической партии. Не, вот это важный это момент. И сегодня... Тоже рассказывает, что он Нет. И сегодня важный момент другой. Вот по армии. Я считаю, что четыре фактора, по которым война не остановится, в первую очередь, если... Во-первых, на нее очень удобно списывать все огрехи. Второй момент. Если остановить войну путем захвата ДНР, ЛНР и Крыма, то это нужно будет восстанавливать. На это нет денег, ЛНР и ДНР. Второй момент. Если остановить вот сейчас, вот так, как оно есть, при тех границах, которые есть, тогда вопрос, а за что была война, если... Люди как воевали, как они определили, что у них отделена территория, особый статус, так она и сегодня остается. Так и воевать уже не за что. Вот остановить, тогда вопрос, откуда жертвы с двух сторон, во имя чего они были? Тут просто очень важно. Вот. Еще полгода войны. И последний момент. Вот эти ребята, бойцы, которые сегодня находятся в армии на передовой, они по праву могут задать вопрос, развернуться оттуда, подойти к власти, задать вопрос, ребята, мы находимся, мы отстаивали страну, мы отстаивали народ, мы ожидали перемен, перемен нет. Пожалуйста, уходите, и на место ваши придем мы. Поэтому четыре причины, по которым война будет тянуться сегодня очень долго, по крайней мере, до конца местных выборов, я назвал. Конечно, большая опасность скрыта в том, что да, возможен такой якобинско-большевистский вариант, что перейдет в какую-то радикальная сила. Да, развернется какой-то батальон, но это просто будет крах. Хотя действительно, ну, вероятность есть. Вероятность Кронштадта. Тут Аркадий. Просто, знаете, для меня вот очень важно вот то, что я для себя вижу, вот общаясь с разными, так уж случилось, от рядового до контр-адмирала. Вы знаете, есть что-то, вот нечто общее, что этих людей объединяет. Каждый из них, выполняя свой долг, ждет. Он ждет решения. Ведь, ну, я думаю, полагаю, наивно уверовать в то, что эту войну можно, в этой войне можно победить оружием. Оружие позволит ультраагрессивным элементам с каждой стороны, или, скажем, в данном случае, понимаем, мы говорим о той силе, с которой мы сегодня противостоим, понять. Да, вот, говоря о танках, да, что такое танк, по сути, да, как просто одна из единиц вооружения, ни больше, ни меньше. Если он находится здесь, то это означает только одно, что вот сюда идти не надо, потому что здесь стоит танк. Вот и все. Ты уже просто не пройдешь. Так легко не пройдешь с оружием, не сможешь вести какие-то агрессивные военные действия. Иными словами говоря, та ситуация, которая сегодня сложилась, на мой взгляд, это моя точка зрения в зоне АТО, это шахматы, это достаточно сложная военная стратегия. Выставление различного рода подразделений, различного рода техники боевой в той или иной позиции, в том или ином порядке для того, чтобы купировать с одной и с другой стороны те или иные реакционные действия. Эта шахматная доска разыгрывается для того, чтобы в какой-то момент времени... Нету там шахмат. Возможно, ну здесь можно судить о форме игры. Почему в ДНР нет шахмат? Почему там есть четкая стратегия и отработка того, чего учат в армии? Подъехал расчет, за 10 минут расчехлился, отстрелял, собрался, и они тут же говорят журналистам, все, мы поехали, потому что сейчас по нам пристреляют. Сейчас обратно. Почему этого не делают в украинской армии? Вот. Понимаете? Потому что тут кретинов одних собрали. На самом деле, здесь, конечно, есть какие-то просчеты в стратегии. Самое основное, что я хочу сказать. На мой взгляд, так или иначе, договоренность о том, что может называться словом окончание войны, то, о чем говорите вы. Война не может так окончиться. Ну да, действительно, окончить войну тем, что они будут подъезжать и расчехляться за 10 минут, а мы за 6, а они за 5, а мы за 2. Нет, да, мы будем бесконечно играть в эту игру. Так или иначе, в какой-то момент времени обе стороны должны понять, что количество вооружения и способов его применения уже дошло до того уровня, что, наверное, пора
приходить к каким-то договоренностям. Нет, я говорил совершенно о другом. Подождите, батальон... Либо сейчас, они захватывают территорию, либо они прекращают в прежних позициях. Ну, сегодня пока, вот, по крайней мере, не выгодно. Невыгодно по совсем по другой причине. Ты сейчас не имеешь права никого критиковать. Начинаешь критиковать власть, ты пособник Путина. Да. Ты говоришь, что у вас маленькая зарплата, пособник Путина. Понимаешь? Ты говоришь, что у нас армия бездарная, все, ты пособник Путина. Что мы сейчас говорили, и как бы мы ни стремились, да, к победе, безусловно, но к сожалению, к большому сожалению, не от нас одних и не только от нашего руководства страны зависит окончание войны. Потому что очень долгое время, да и сегодня еще, Путин фактически не идет на переговоры, он признает переговоры только с Обамой, это факт. Поэтому мы в любом случае заложники. А в связи с чем? Он что, думает, у что нас есть Обама данность. Диктует Порошенко? У нас есть данность. Да, мы воюем, мы защищаемся. Мы должны проявлять свою силу. Потому давайте что, послушаем будем... Игоря Поха. Он традиционно приберег свои резюме под конец. Там у нас еще есть главный подводитель итогов Саша Ахмановский. Но перед тем, я думаю, мы еще успеем посмотреть один сюжет. Игорь, пожалуйста. Да, времени не очень много до конца программы. Что я хочу сказать? Я хочу уйти от вот этой вот серьезной такой дискуссии. Армия, танки, стратегия там и так далее. Вот я постараюсь очень коротко. Для меня лично критерий... Вот, прошедшего времени, ну, заключается в том, вот знаете, вот все любой простой обычный человек, да, он ведь не меряет свою жизнь стратегическими какими-то вещами. Да, вот он меряет самыми обыденными, простейшими, как я люблю выражаться, простыми, как дверь, понятиями. Я по себе могу сказать так. Я выхожу из своей квартиры в свой подъезд. Если я вижу грязь в подъезде, для меня это критерий того, что люди все больше и больше впадают в депрессию. Когда люди прекращают за собой убирать мусор и начинают бросать еще больше окурков себе под ноги, это говорит о депрессии, о депрессивном состоянии людей, вообще окружающих людей. Это может видеться как картинка, как срез, но это реальное место быть. Вот я еще раз говорю, на своем примере. У нас в доме, например, отказались от уборщицы в подъезде. Почему отказались, никто не может объяснить толком. Не хотят давать деньги. 5 гривен, там, 6, ерунда. Просто не хотят. Ну хорошо, не хотите сдавать, убирайте сами. Нет, не будем, не хотим. Но вы же утонете в мусоре. Ну и бог с ним, нам ЖЭК должен. Прекрасно знаешь, что ЖЭК уже много-много лет никому ничего не должен. То есть люди прекращают за собой следить. Следующая стадия, это люди будут просто ходить... Так, Игорь, у нас, Игорь уже переходит в область предсказаний, предсказания у нас есть специально обученный астролог. Да. И поскольку все у нас мрачно... Ничего мрачного. Есть в одной из рассказок Александра Галича, к третьей части мрачная атмосфера сгущается, я хотел бы все-таки как-то ее разбавить. Игорь, давай заканчиваем, да, послушаем астролога. Я это все рассказываю и говорю не к тому, что все очень плохо, нет. Просто наступает такой момент, когда люди вот останавливаются, смотрят, что вокруг них слишком много мусора, и начинает его убирать. Вот я надеюсь, что, может быть, в следующем году люди начнут за собой убирать. И это немножко звучит поменяет тост. И я просто волевым решением передаю слово астрологу. Саша, пожалуйста, очень коротко. Спасибо. Да, я вот, кстати говоря, многие из вас меня знают, да, но впервые они знают меня здесь как астролога, потому что некоторые знают меня как историка, другие там как журналиста, да, я как многолик, да. Я как историк и, собственно говоря, уже больше 20 лет практикующий астролог, интересовался всегда историей, скажем, развития государств. Вот мне это было интересно, так сочеталось во мне. И построив в свое время гороскоп Украины, ну, на момент провозглашения Украины, собственно говоря, такой вот момент рождения нового государства, нового общества и, соответственно, задача. Что такое, собственно говоря, гороскоп? Это снимок космоса с программой развития. Программы для нации, для людей, которые проживают на этой территории. И когда Украина, например, подписывала, когда Кучма подписывал отказ от ядерного оружия, да, в Будапеште,
был задействован определенный фактор. Сейчас этот фактор снова задействован, только немножко с другой стороны. То есть это еще очередной раз подтверждает то, что мы опять имеем дело с базовыми основами безопасности для нашей страны. Послушай. Максим, не надо перебивать, я потом сам перебью. Перебьюсь. Да. Что было интересно, вот мы начали с Майдана, собственно говоря, да? Слушай, у тебя полторы минуты. Да, ну что-то вот как-то мне все не дают высказаться. Майдан, по сути, пробудил коллективное бессознательное. То коллективное бессознательное нации, которое спало 20 с чем-то лет, которое было заложено как главный двигатель развития общества. Потому что гороскоп независимости отражает, что советский человек, украинец, должен трансформироваться и стать каким-то новым украинцем. Он не может дальше развиваться. Собственно говоря, Майдан вывел это вот спящее состояние в явное состояние. Мы все об этом сегодня говорили, да, о том, что люди стали другими, они поменялись и в процессе. Второе. Сегодня мы говорили об негативных оценках за 2014 год, да, что столько разочарований. Это тоже интересный нюанс, потому что гороскоп Украины, тем более на 2015 год, показывает, что мы должны избавиться от материальных ожиданий. Самая главная задача этой, можно сказать, трансформации, которая нас ждет, это пробуждение в нас духовных стремлений, стремлений к развитию. Если мы будем измерять это с точки зрения накопления и благосостояния, то действительно 2015 год будет очень тяжелым. 2015 год будет трансформирующим. А в какую сторону, зависит исключительно от нас. То есть если мы будем главной целью своей ставить изменить себя, изменить свое общество, по-другому начать реагировать. И то, что вот Игорь Пох так вот заявил, что люди перестали за собой убирать, это тоже один из критерий этого депрессии. Потому что мы еще до конца не избавились от тех ожиданий, что вот кто-то должен прийти и сделать нам хорошо. Правительство, там еще кто-то угодно, ЖЭК и так далее. Так вот мой прогноз на 2015 год. Нас ждет сложный, но очень интересный год. Это как строить новый дом или перестраивать старый дом, начиная с фундамента. Нам придется изменить буквально все. И что интересно, в политику, в общественные движения придут новые люди. Старые политики, которые не смогут соответствовать новым веяниям, они уйдут со сцены. И мы за полгода, за год буквально с вами увидим совершенно другие политические, общественные тенденции, общественные организации, волонтеры и так далее, и так далее. Единственное, что нам в этом случае нужно, это просто набраться мужества и веры. Это самые главные вещи, которые нам помогут в этом году правильно залить нам такой нужный фундамент. Спасибо, Саша. Я хочу сказать, что мне очень жаль, что у нас уже не позволяет время посмотреть блестящий совершенно аналитический сюжет Федора Бондура, здесь присутствующего, подводящий экономические итоги года. Я очень надеюсь, что его наши зрители увидят в программе «Крапки над Ю» это воскресенье. Мы бы просто поговорили об идеальном. Сейчас бы было самое время как бы оттенить его реальной экономикой. Однако, увы, наши законы эфирного времени неумолимы, и мы неумолимо приближаемся к мрачным прогнозам Александра Ухмановского. Да, я буду опять, как всегда, циничен и точен. Я как по образованию первому астроном, я как раз точно люблю по науке. Первое, хотелось бы сказать, что не верьте никогда фразе о том, что нельзя победить с помощью оружия. Это бредовая фраза Европы, подхваченная нами. Кто не верит, вспомните 45-й год, когда оружием решили. Нельзя победить оружием, они не говорят, да, что сильных духом осознанных граждан, например, Ирландия. Но абсолютно спокойно можно оружием победить маргиналов, которым 100 гривен даешь больше пенсии, и он голосует за ту или иную страну. Поэтому оружие в данном случае очень эффективно. Что касается, я делал очень много прогнозов с точки зрения политтехнологии, развивающихся событиях, это пока что сбывается. У Максима Невеевича на «Таймсе» я писал в свое время про спецстатус Донбасса, о том, что Порошенко достаточно хороший стратег, и о том, что он каким-то образом отменит его. Месяц назад мои прогнозы сбылись. Поэтому, подводя итоги этого года и прогнозируя следующее, я могу сказать так, ребят, все идет по сценарию, все, что вы видите. И то, когда я предсказывал люстрацию, которая сейчас начнется в виде гранат, бросаемых, это тоже будет, мы все увидим в следующем году. Но это все идет по сценарию. В каком виде? То есть власть допускает туда или иначе. То есть это сценарий. Какие-то возможные спонтанные действия, но все идет по сценарию. Когда будет выстроена полностью система власти и достигнута цель,
что Макс правильно очень сказал, скорее всего, к местным выборам. Мы увидим, как война закончится за 3 дня, когда она будет не нужна. Что мы можем делать, да, чтобы не покоряться, так сказать, этому сценарию и увеличить это спонтанные действия, то есть это давить власть. То, что я говорю, когда волонтеры будут заниматься не обеспечением танками, а давлением, чтобы эти танками занималось государство. Не выходить на блокпосты, а ходить по гаишникам и стоять над каждым из них, чтобы они не брали взятки. Потому что оружие они привозят, взятки берут. И тем самым рушатся идеалы Майдана у каждого из нас. Но, то есть будет очень тяжело, и надо понимать, что в данном случае здесь работает психология масс. И даже сегодняшний, да, принятый, как вы знаете, то, что назвали закон «налоговый геноцид», это тоже часть сценария. И вы тоже... Сценарий расскажите. Кто писал? Я не хочу углубляться в это. Прогнозы, я вам говорю. Мы увидим иллюстрацию в виде гранаты и огнестрельного оружия. Мы увидим убийство. Иллюстрацию через убийство. Мы увидим трагедию. Обязательно должна быть трагедия типа Иловайска. Либо же несколько мелких. Это вы увидите это. Когда, вот смотрите, когда будет налоговый пресс такой, что народ начнет тихонечко выходить, вот до этого момента произойдет трагедия, которая нас опять объединит вокруг страны, патриотизма, гимна и так далее. Типа как небесная сотня. Да, да, который, да. То есть надо понимать, что очень хороший стратег нами руководит. Очень хороший стратег. Единственное, что у меня зиждется надежда, чтобы позитив говорить, да, что... Я все-таки верю, что это все нужно для того, чтобы все-таки эта страна вышла из того положения, в котором находится. Потому что, правильно говорили, у нас сейчас необходимо изменять сознание. Потому что такого... Почему у нас появилось сознание? Почему мы стали... Государство первый раз начало выполнять свою функцию. То есть доказало, что оно государство. Оно начало карать, наказывать. Потому что до этого момента Ветренко могла спровоцировать у нас драку, да, на проспекте, и ее никто не посадил бы. Сейчас государство начало выполнять функции пока государства, и в него поверили. Прямо не очень-то сажают. В него поверили. Все сейчас равно, в любом так или иначе. Мы находимся только в начале процесса трансформации. Да. Нам еще очень многое нужно поменять, чтобы этот процесс вошел. Ждите, и все будет нет, хорошо. Нет, не ждите, делайте. А ждите, скоро. Не ждите, делайте. Шановні, каждый делает на своем месте, гости, что он может. Шановна громада, шановні глядачі. И повинки, не повинки в своей пользу. Да, может, вообще ничего не беспокоит. Я хочу. Тобто навіть не хочу, справді не хочу. Я ще думаю, що ми могли б принаймні годину ще розмовляти, і це було б все цікавіше і цікавіше. Але я змушений підводити риску під нашою сьогоднішньою зустрічю. Ми, як завжди, практично дали відповіді. Але ми поставили рубо декілька дуже важливих запитань. Ця програма взагалі не покликана для того, щоб давати якісь остаточні відповіді. Коли ми їх тут знаходимо у вигляді, скажімо, якихось домовленостей, коли сходяться люди, які ніяк не могли зустрітися раніше, а тут досягають якихось домовленостей, як, скажімо, мер там, і Муза Махова, наша зоозахисниця тощо. Це дуже добре, але це не є головним. Головним є те, що ми вголос говоримо про те, що нас бентежить, про те, що для нас є важливим. І ми обговоримо, принаймні, шляхи вирішення цих проблем. Я дуже хочу побажати вам усім, шановні друзі, однодумці. Я думаю, що ми всі тут однодумці. І відчуваючи себе нацією, ми справді стаємо єдиним народом. Це дуже важливо. Я хочу, щоб яким би важким не видався нам наступний рік, які випробування він би нам не готував, але ми... зберегли ось це палаюче у нас у серці у кожного відчуття приналежності до єдиної великої нації. Ми стали цією нацією на Майдані, ми заплатили за це кров'ю. Це страшна ціна. Але, мабуть, дуже легко далася нам 20 років тому наша незалежність. І зараз більше, ніж 20, так? І ми нічого не заплатили за неї, а коли нічого не платиш за щось, то воно так і ціниться. Зараз ми знаємо справжню ціну нашої свободи, зараз ми знаємо справжню ціну нашої гідності. Недаремно революція на Майдані називалася революцією гідності. І я хочу, щоб, незважаючи ні на що, ми обов'язково
і в майбутньому році, і на усю нашу, на все наше життя, передаючи це відчуття нашим наступним поколінням, нашим дітям, зберегли в собі любов до нашої батьківщини, зберегли в собі відчуття нації і зберегли в собі ту гідність, яку ми відчули на Майдані, і яку ми ніколи і нікому не віддамо. Заступаючи новим роком вас. Нехай вам щастить.